Нас много, мы все разные. У каждого свой характер, свои мысли, чувства. Мы разные, и в этом наше богатство. Но нас всех без исключения объединяет любовь к родине, желание и стремление жить под мирным небом синеокой Беларуси. И в этом сокрыта огромная сила, которая движет нами. Сила единства. Сплоченность и неделимость, солидарность и взаимопонимание. Всегда были, есть и должны оставаться ключевыми качествами белорусского народа, объединенного общей историей, традициями и культурой. Мы умная, толерантная и устремленная в будущее нация. Мы имеем возможность дышать свободой, на счастливой земле растить детей, радоваться каждому новому дню. День народного единства должен стать символом преемственности поколений, символом могущества нашей Родины, символом общей ответственности за судьбу своей страны. Народное единство – это залог процветания и достижения поставленных целей. Это главное условие сохранения независимости и приумножения всего того, что у нас уже есть. Армия выигрывает сражения, но в войнах побеждает только народ. Наша многовековая история – яркий пример самоотверженности, борьбы за свободу непокоренного белорусского народа. Пример грандиозных побед, достигнутых мощной, непреодолимой силой духа белорусов. Каждый из нас должен помнить, что является неотъемлемой частью единого народа. И Родина у нас одна. Мы, потомки-победители, должны гордиться своей славной и богатой историей, свято хранить традиции, беречь память о героическом прошлом нашей родной земли во имя свободы и независимости Республики Беларусь. Мы – белорусы! Мы побеждали и будем побеждать. За нашу родную страну, за нашу любимую Беларусь!